Вратарь Иван Налимов, герой сегодняшней программы, первый номер «Адмирала», уже рассказал о начале своего пути, об особенностях своей игры и о выступлении за приморский клуб. Взаимопонимание с полевыми игроками помогает ему ловить кураж и вытаскивать как шайбы, так и игры, и в основное время. Нападающие, ты по ним видишь, что они не знают, что делать с тобой, когда ты ловишь, оставляешь команду в игре, и ребята, по ребятам видишь, что они верят в тебя, и это все как-то чувствуется. Так, может, обычный болельщик это не увидит, но ты, играя в воротах, ты чувствуешь то, что команда соперника, например, где-то пасует перед тобой, она чувствует, что ты сегодня очень хороший, поэтому также чувствуешь ты от своих партнеров, они чувствуют тебя, ты их, как, ну, что ты сегодня можешь помочь команде, поэтому это тоже придает сил. Ну а главная награда – это признание и любовь болельщиков. Чувствуется, как трибуны сразу же кричат, когда ты делаешь какое-то спасение или когда идет стартовый состав, объявляют, и ты выезжаешь, и весь стадион кричит твое имя, фамилию, поэтому это помогает. Это все чувствуется. То есть вот эта поддержка, она нужна, она действительно помогает? Конечно, без нее никуда вообще. Она окрыляет, можно сказать, иногда в нужные моменты она помогает доставать из себя силы какие-то, уже которых, можно сказать, и нет. Ивана в Приморье закономерно считают своим. По меркам молодого приморского клуба он один из старожилов. Голкипер отвечает взаимностью. Край покорил его и отношением болельщиков, и неповторимой природой. Тут красиво, воздух чистый, море рядом. Ну, приятно ехать, например, с арены до базы, потому что ты видишь красивые такие места. Ну, конечно, здесь есть и лучше. Я еще не во всех бывал. Так меня возили посмотреть. Тот же маяк ездил смотреть. Мне нравится город, на самом деле. Только машин сильно много, пробки бывают. Но я не в городе живу, поэтому меня на базе все устраивает. Могу много раз уже, тем более, говорю, что мне там нравится. Там есть где погулять, подышать. Можно на велике покататься летом, поэтому мне здесь нравится. Хороший город. Но у выступления за приморский клуб есть и обратная сторона – дальние переезды. Для Ивана это не проблема. Игры на пределе воспитывают волю. Самое сложное, это, я считаю, время, которое плюс 7, там, минус 7, туда-сюда, это перекидывается. Организм не успевает. Чисто функционально он иногда не может перестроиться. Здесь зато есть большой плюс, ты приходится доставать из себя, из каких-то низов, наверное, свои силы и проявлять характер. Это хорошо, классно, когда так приходится играть на жилах. Это и как человеку тебе помогает потом в дальнейшем в жизни где-то, может быть, тоже поможет. Да, перелеты сказываются, но хоккей приносит такую радость, что об этом забываешь, когда ты выигрываешь, тем более ты приходишь, у тебя не думаешь о том, что ты там пролетел 12 часов в самолете, и разница во времени другая. Иногда силы оставляют, и соперник все-таки берет верх. Но у приморских хоккеистов нет ни времени, ни права унывать. Только вперед к победе. Конечно, бывают моменты, когда ты сам понимаешь, что где-то сыграл не так, и это, конечно, расстраивает, хотя ты мог сыграть намного лучше. Но это сразу же стараешься забыть. Главный плюс нынешнего состава – его молодость и энергичность. Все в клубе делают одно дело, которое уже приносит весомые плоды. С командой «Приморья» начали считаться. Из нее КХЛ уже нельзя представить. Команда, мы считаем, молодая. Где-то, может, опыта не хватать. Но сейчас мы проводим такой сезон. Опыта получаем очень много. У нас разные игры бывают. И выигрываем подряд много, и можем проигрывать, и ведем в счете, и потом терпим. Это все, считаю, нам поможет в дальнейшем.